Привет-привет! Сегодня я с вами поделюсь моим открытием, то, что меня будоражит. Я не могу сидеть, я просто скачу-прыгаю, потому что у меня очень хорошие результаты, и это упражнение планка. Для меня оно было открытием, большим открытием. Да, я о нем слышала от многих людей, видела, читала отзывы, как-то начинала, но бросала. И как-то, по-моему, 8 февраля муж пришел с работы и говорит: «Ой, я видел друга, он так изменился, он был с животом, и тут раз такой какой-то стройняшка подтянулся». Мы его начали спрашивать, что же он такое делал, а он начал заниматься планкой. И как раз скачал мобильное приложение, и поэтому занимался месяц, всего месяц, но результаты кардинальные. Муж скачал планку, начал заниматься, и я такая: «Вау, я тоже хочу». Почему? Потому что вроде бы как я считаю себя стройняшкой. Да, когда-то была модельной внешности, но после родов, после кесарево сечения меня все спрашивают: «Девушка, на каком вы месяце, на 3-м или на 4-м, не беременна ли вы снова?» Но вот это осталось. Да, вроде бы я занимаюсь правильным питанием, но то, что я сижу дома, сидячий образ жизни, минимум движения, здесь нет рядом никаких спортплощадок, конечно же, это влияет. Я записалась в фитнес-клуб, но позанималась 2 месяца, все классно, но в фитнес-клуб нужно было ездить час туда, час туда, час обратно, плюс сами занятия. 3 часа у меня вылетали, но для меня 3 часа это очень много времени. Оно подкачивает нам попу, полностью бедра, вот эти антицеллюлитные нам нужны места, максимум живот, вот эти вот все складочки начинают собирать, и когда у вас будет, вы увидите, что уменьшение объема груди, не бойтесь, не вот здесь уменьшается, а за счет всего вот здесь вот этих жировых отложений. Прошла неделя, увидев, что ничего не делая, не занимаясь, всего 2-3 минуты в день у меня ушло по сантиметру, я чувствую, как тонус всех мышц начал укрепляться, я тут же собираю свою команду в скайпе, мы создаем чат, я всем говорю: «Девочки, скачайте приложение Планка, давайте заниматься, давайте делиться, выкладывать свои фишки, идеи, что вы делаете, что вы кушаете». Тут же пошли обсуждения, что нужно пить больше воды. Вот, поэтому второй секрет моего успеха – это, конечно же, моя команда, группа поддержки. Планка помогает укрепить сразу много одновременно групп мышц – пресс, спина, руки, ноги, ягодицы. Зайдите в Play Market или туда, где вы скачиваете приложение, найдите вот такой значок. Мы занимаемся именно по этому приложению. Там будет вам предложено 5 упражнений, которые нужно будет сделать. И каждый день на 10 секунд упражнение, время продлевается. Также местами меняются упражнения. Вначале будет казаться очень легко, хочется сделать еще второй раз, но поверьте, потом действительно начинается нагрузка. Сейчас просто у вас будет такая раскачка. Анюта за 10 дней минус 600 грамм, талия минус 1, живот минус 2 сантиметра. Сирена, стройняшка, всю жизнь занимается фитнесом, спортом, стрипластикой, но тем не менее, за 7 дней, за неделю минус килограмм, талия, живот и бедра минус 2 сантиметра. Она как раз нам рассказывала еще о своем питании правильно. Дня минус сантиметр и больше, чем килограмм, 900 грамм. И минус по 1 сантиметру за 8 дней. За 5 дней минус килограмм и 2 сантиметра в ненужных местах. За 9 дней минус килограмм и живот минус 3 сантиметра. Алина, наша стройняшечка, у нее вес 44 килограмма, и тем не менее практически на килограмм она скинула в талии 3 сантиметра, живот 2 сантиметра. За 14 дней минус 2 килограмма. За 10 дней минус 2 килограмма, талия, живот минус 4. Вдохновили вот такие вот картинки девушек, которые начали заниматься планкой. А у меня была вот такая тренировка уже 10 минут. Очень сложно. И сегодня утром я сделала замеры. Жалко, что сразу не сфотографировалась. Это 10-й день планки. Вы видите, что здесь. Может, заметите, вот здесь появляется какой-то рельеф, уже тень играет. У меня ужасный порванный живот, это, скажем, то, что я всегда скрываю. Ну вот, но зато у меня есть моя дочка Мариночка. Вот, смотрите дальше. Линия
видите, здесь немножечко уменьшается складочка, да, и, в принципе, что получилось? Вот все результаты вы видите. Когда ты делаешь вызов не только самому себе, но ты еще и с командой это делаешь, и ты не можешь людей подвести, потому что именно ты повел за собой. Вот здесь вот и как раз-таки можно сравнить лидерство, когда ты не имеешь права отступить. Если ты взял флаг, если ты говоришь, что это работает, делай до конца, покажи результат. Не сдавайся, как бы тяжело ни было. И реально, когда уже пошла вторая неделя, из последних сил я держалась, у меня болели все, это надо было видеть, я уже падала, просто падала, но последние секунды я дожимала, потому что я не могла подвести, не могла, я хочу показать результат, что это работает, какие-то минутные упражнения, 2 минуты, но это работает. Ну и третье, когда вы хотите похудеть, нужно что? Наверное-таки правильно питаться. Первый вариант, вы садитесь на жесткую диету, ищите в гугле самая лучшая диета, не жрать, зашить рот, не смотреть в холодильник, да, но также вы можете отказаться от диет, также продолжать питаться, как вы раньше, то есть я не сторонник строгих каких-то диет, я просто сторонник того, что все-таки нужно поменять на правильное питание, нужно задуматься о том, что вы едите, насколько качественная ваша еда. И мои, скажем, два, сейчас еще третий помощник покажу, это уже много лет витамины Wellness. Когда вы слышите там косметика Oriflame, у вас сразу в образе помада, тушь и какие-то продукты, но в более чем 50 странах мира самый продаваемый продукт это вот такой, это вот такие витамины. И завтрак это очень важная составляющая вашего здоровья. Наверное, вы всегда прекрасно знаете, и вместо решения этой проблемы классно, в течение тоже многих лет это у меня коктейль. Наш организм нуждается в витаминах. Полностью все наши витамины, то, что у нас мы кушали вчера, были потрачены на регенерацию, на восстановление клеток кожи. Откуда организму получать? Вот он и пытается где-то найти и правильный завтрак, правильно сбалансированное питание, правильные белки. Да, вы можете сами отбирать, смотреть продукты, там колбасу, кашки готовить. Ну, для меня, например, проще выпить коктейль, я знаю, что все окей, сегодняшнюю норму по белкам я сделала. И второе, что я действительно сказала своему организму, что я села на wellness-диету, когда 5 дней из 7 я добавила супчики, коктейль. То есть на обед я принимаю либо спаржевый, либо томатный супчик. Так как я люблю покушать, я туда бросаю, сама приготовила ржаные сухарики. Получается очень вкусно и в то же время и сытно. И я знаю, что тоже по протеинам, в общем, по протеинам, по белку я свою норму для организма сделала. Ну, а дальше то, что я захочу вкусненькое, ну, конечно же, перекусы. Не скажу, что я была прям на такой строгой диете, потому что у меня произошло важное событие. Я открыла исполнительного директора в компании Oriflame, поэтому праздник был, отмечание, потом муж уехал, вернулся с командировки, мы очень радовались, мы ели пиво, креветки, рыбу, потом было 23 февраля, я поняла, что минимум килограмм я накушала, вот, и также потом этот килограмм ушел, и тем не менее за эти 18 дней, несмотря на то, что у меня был и пир, и праздник, и диета, и праздник, здесь у меня ушло 5 сантиметров. Подытожим, может быть, пора сделать вызов самой себе? Что для этого нужно сделать? Первое, скачать приложение «Планка». Второе, найти, с кем вы будете вместе друг друга мотивировать, заниматься этим приложением каждый день, подбадривать, следить друг за другом за правильным питанием. Ну и третье, это, конечно же, правильное питание. Надеюсь, мое видео вдохновило вас изменить себя, свою жизнь. Пожалуйста, прошу вас, пишите в комментариях, сколько дней вы занимались, сколько сантиметров у вас ушло, потому что, девочки, нам надо быть красивыми. Все, всех люблю, пока-пока!